Такое событийное мероприятие, как фестиваль «Колокунда», может рассматриваться и как место нестационарной торговли. Такое предложение прозвучало на заседании правительства, где одним из вопросов было развитие конкуренции в республике. Ярмарочная торговля требует активного развития в регионе. Подробности у Юлии Кучеренко. Для здоровья экономики республики необходимо развивать конкуренцию. Состязательность между участниками рынка способствует снижению цен и повышению качества продукции. Об этом говорили сегодня на заседании правительства Карелии. По распоряжению главы республики определено ведомство, уполномоченное содействовать росту конкуренции в нашем регионе. Это Министерство экономического развития. Сегодня заместитель премьер-министра Дмитрий Родионов привел данные опроса. Респондентам нужно было оценить 11 социально значимых рынков, определенных на федеральном уровне. Избыточным, переполненным респонденты признают рынок розничной торговли. Недостаточными – рынки услуг дошкольного образования детей, детского отдыха и оздоровления, медицинских услуг. У каждого рынка есть свои плановые показатели. Карелия не выполняет план по объему нестационарной и ярмарочной торговли. Реальный показатель в 10 раз меньше установленного. Чтобы увеличить его, глава предложил обдумать вопрос с Министерством культуры и управлением по туризму. Мне кажется, каждое крупное наше событийное туристическое мероприятие должно рассматриваться через призму возможности организации там ярмарки. Русский Альский фестиваль там, да? Ну, ожидаем, там за 2-3 дня побывает, наверное, до 10 тысяч человек, возможно, даже в этом году там, да? Ну, там прекрасное место есть для ярмарки. Развитию конкуренции в республике помогла бы также передача государственных унитарных предприятий в частные руки, считает Дмитрий Родионов. По итогам обсуждения эту работу поручили Министерству имущественных и земельных отношений. Юлия Кучеренко, Сергей Беляев, Сампо ТВ 360.